преподобный Паисий родился в 1722 году в Банско и с юных лет проходил послушание в Рыльском монастыре. В 23 года святой Паисий перешел к брату своему, игумену Хилиндарского монастыря, и там принял постриг. На Святой Горе подвижник возрастал духовно, глубоко изучил Священное Писание и удостоился священного сана. В 1762 году преподобный Паисий написал «Историю славяно-болгарскую», книгу, укрепившую христианскую веру и пробудившую национальное самосознание порабощенного болгарского народа. Среди тьмы иноземного гнета преподобный снова возжег светильник православия, зажженный некогда святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Время и место блаженной кончины преподобного до сих пор неизвестно. В 1962 году Болгарская православная церковь, воздавая должное заслугам святого Паисия перед церковью и родиной, причислила его к лику святых. Второе июля. День памяти преподобного Паисия Хилиндарского, болгарского.